Какая ты хитрая кошка, а? Марош, ты сама можешь себе мышей наловить. Вот у него, знаешь, где голова кончается? Вот краешек глаза, ну, внешний краешек, и там уже все заканчивается, голова. Марош, пойдем завтракать. Ты как знаешь, что касатки рыбешку выкладывают, чтобы кто-то покрупнее подошел ее взять. А потом хрена. Марош, это что вот такое ты делаешь, а? Нет, не надо лапками мышку. Мароша! Забери мышку. Он есть не будет, он, конечно, боится. Ну, кошка хитрая, конечно, да. Подкралась так. Сова недоумевает. Хорошо, вообще-то это дикая сова из дикого леса. И тебе спасает только то, что бородатый неясыть в природе охотится на мелких млекопитающих, типа мышей. Ай. Ну да, вот сиди там. То скажешь, скользко ходить. Опять у тебя в глазу та штука. Не проматывай. Точно. Такое там все белое, снежное, красивое. Сейчас все стаяло.
Вон тот самый манипулятор. Поехал. А на заводе здесь проехал? А я его не видела. То есть, видимо, он там уже был, а манипулятор им повез эти снегоходы. Хорошая. Давай без фанатизма. Но тут пленка, кстати, следов нету. Она нажимает, да, но без когтей. Морошенька. Она привыкла просто в дверь так ломиться. Потому что она не продавит его? Не знаю. Так-то следов нет. Что потом поставить сам экран, не поплыл? Ну, я это... Так, а вот это уже с когтями. Давай, Марош, без этого. А как же плавить птиц без когтей? Плавить птиц без когтей? Как-то ты быстро справилась, Марош. Ну, пока приходится ее подсаживать, она сама не может туда запрыгнуть. Ой, в общем, надо здесь вешать. Я хочу какие-нибудь две декоративные полки такими ступеньками. Вот как-нибудь. Так и так. Не широкие, не выдающиеся, а просто, чтобы по ним кошка могла туда залезать. Или можно вот здесь. Но тогда придется убирать эти панно. Вот. Ну, на ту стену что-то еще просится такое интересное. Так, гордая кошенька. Гордая сова. Да? Я трогаю твои ноги, да. Ноги трогаю. Там ноги у самой. Ты очень неубедительно шипишь. Угу. Ну, сегодня почти весь день здесь в комнате провел. Ну, как бы он наблюдает за нами, в принципе, он почти не боится, только вот если кошка близко подходит, то он либо на нее бежит, либо от нее. Вот. Ну, так он спокойно себя ведет. Тут мы его убирали только когда уезжали в Вязьму с Бонифацием. Так. Пока еще слякоть такая мерзость на улице, его к неясытям подсаживать. Не знаю, стоит, не стоит. Мне кажется, сейчас, пока он такой ошарашенный, его надо просто приручать побольше, чтобы он был спокойный и на руке учить сидеть. Вот. Но если его посадить к Маките и Штилю, то не то, что прям они там будут драться или что-то еще. Просто когда я буду заходить именно к нему, Макита и Штиль будут там биться. Там особенно Макита, она же прям себе лицо разбивает, если боится. Вот. Ну и чтобы он, смотря на их поведение, не начал себя вести так же истерично. Марушенька, что ты делаешь? Ты там какие-то трюки воздушные исполняешь, да? Ну тебе хорошо, ты длинная, ты можешь... Марош, что там, веревочка там какая-то была? Вот, в общем, пока я вольер к ним сажать его не хочу. Посмотрим, как... Может, он пока поживет в доме, в комнате. Палаточки. Ну, с выпуском. То есть, пока у нас дома нет, чтобы в палаточке, а пока все дома, ну, так пусть осваивается. Пока морозов нет сильных. Ну, и вообще понаблюдать за его состоянием. Да? Тарелка у тебя такая. Лицо тарелковое.